Так снежно в крымской столице не было давно. Ежедневно коммунальщики спасают положение городских улиц. По отчетам, работают в усиленном режиме. Однако осадки продолжают выпадать, а положение остается практически неизменным. Серьезные претензии по поводу качества уборки сегодня высказал и глава республики. Пообещал разбор полетов, а именно наказание должностных лиц. В действительности увидеть снегоуборочную технику, которая выполняет свою функцию, редкое явление. Это отмечают и некоторые симферопольцы. Как выяснилось, в этой ситуации не все так гладко, как хотелось бы республиканским властям и населению. Специализированной техники, которая способна работать в таких условиях, у нас с вами 5 единиц. Это МКРО, которые способны просыпать. Плюс 2 машины, которые на базе просто это типичные водовозки, которые имеют спереди плуг и щетку. Дальше мы имеем с вами 4 единицы трактора со щетками, которые вы понимаете, что не в состоянии оказывать большой объем работы. Раньше выпадение снега в таком количестве считали нетипичным для Крыма явлением. Коммунальщики не привыкли работать в таких условиях, заявляет глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев. Уже сейчас приняли решение, как действовать в будущем году. Количество спецтехники намерены увеличивать в 2 раза. Мы действительно не обладаем тем потенциалом и количеством техники. Согласовали с главой республики, с курирующим вице-премьером, с министерством, что необходимо со своей стороны выделить деньги. Мы это делаем сейчас в конце года. И нам помогает в следующем году Совмин. Я думаю, что мы, по крайней мере, в 2 раза должны это количество увеличить. На данный момент коммунальщики делают все, что в их технических силах. Ведь зима в этом году устроила настоящую проверку на прочность. Напомним, после первого обильного снегопада власти города перевели рабочих на 24-часовой режим, что позволило решить проблему заторов на дорогах. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей ИТВ.